В результате все, кто примет участие, получат подарки. И подарки не простые, а какие-то такие чудесные и связанные с этим спектаклем. В частности, одним из подарков, самым ценным, на мой взгляд, будет... Подарков будет много, но этот будет самый ценный. Это пишущая машинка «Олимпия», немецкая, еще довоенного образца, в идеальном состоянии. Она проехала со мной много городов. Это, можно сказать, моя партнерша. И партнеров у меня больше на сцене нет. И она чудесно звучит. Послушайте, какая вещь, прекрасная вещь. Я ее много раз трогал. Она мой верный друг и помощник. И она перейдет к кому-то из вас и будет, надеюсь, помогать вам. А ее место займет другая.